вон идет. Что с ней такое? Хюрем Хатун. Только тебя мне сейчас не хватало. Что с тобой? Откуда идешь? Так, погулять ходила. И тебе бы не помешало. Ты не утомилась гадать день-деньской, кто куда ходил, чем занимался? Видела, что с ней творится? И глаза от слез опухшие. В чем тут дело? Сюмбюляга! Бегаешь от меня? Что вы, госпожа, да разве я... Иди за мной. Госпожа, но мне нужно... Пойдем, сказала. Сюмбюляга, ты свои уловки брось. Я была там, та женщина. Сама видела. Эйва, как же это вы могли видеть? Ты ведь меня туда и привел. Кто я? Забыл? Так и скажу повелителю. А вот если расскажешь мне все, молчать буду. Не надо бы вам знать. С кем он был? Я вам не говорил, так? Это Изабелла. Изабелла Фортуна. Она кастильская принцесса. Принцесса? А, принцесса. И давно она там? Месяца три уже. Он 3 месяца меня за нос водит? Почему она здесь? Кто привез? Это все Ибрагим Паша приказал, госпожа. Аллах свидетель. Турецкие корсары привезли ее к нам на продажу. Я пошел в порт, выкупил ее и отвез в охотничий домик. Мне ведь как прикажут, я так и сделаю, госпожа. Сюмбюляга, все. Иди. Слушай. Госпожа? Он изменяет мне. Предал меня он. Госпожа, баню истопили. Вам отдых нужен. Ничто мне уже покой вернуть не сможет. Он с ней был. Я сама все видела. Вместе они вошли внутрь. Сулейман все еще там. Он и сейчас с ней. Госпожа. Повелитель хочет вас видеть. Ты ему рассказал? Он знает, что я все видела? О, да как можно? Я бы не посмел. О. Повелитель только что почтил приходом гарем и сразу же пожелал вас увидеть. Уходи. Thank you.
Сулейман. Здравствуй, моя любовь. Ты позвать меня приказал? Ты вошла, и тьма рассеялась. Я тебе рад. Что-то не так? Нет. Ты спросить что-то хотела? Вовсе нет. Так ли? Да. Ты рядом, и значит, все хорошо. Сообщить повелителю эту новость. Дело важное, до утра ждать не может. Повелитель. Не хотел вас беспокоить, но большое несчастье произошло. Что там? Принцесса Изабелла. Что? Вели немедля седлать коня. Сулейман, что случилось? Куда ты едешь? Сулейман, где же ты? Бросил меня в спальне, а сам к той женщине развлекаться поехал. Сулейман, скажи мне, что случилось? Ничего. Ждала меня? Ничего значит? Ночь на дворе, а ты коня седлаешь. Я очень устал. Хочу спать лечь, можешь идти. Как же быстро растут. Мехмета что ж не привела? Мехмет сейчас на занятиях. Валиде? Входи. Садись с нами. Не сейчас, Валиде. Мустафа у тети, надо за ним съездить. И Хатидже Султан заодно навещу. Что-нибудь передать ей от вас? И славно. Поезжай к ней. Нельзя ей одной быть. Хирем, хочешь, поедем вместе? Вдвоем веселей. Спасибо тебе. Я не могу сейчас. А что, съездишь, может быть? Хатидже проведаешь? Прошу вас. Мустафу забрать приехала. Хюрем со мной съездить согласилась. Госпожа,
Ну как вы здесь? Все за вас беспокоятся? Хорошо. Чудно. А статуи? Тетя говорит, Ибрагим их сломает. Вот и накрыли их. Ибрагим Паша будет очень расстроен. Но, по-моему, вы верно решили. Спасибо. Только мне ни в чьем одобрении нужды нет. Нигер Калфа? Слушаю, госпожа. Позови-ка наших гостей. Пусть с нами побудут. А кто у вас в гостях? Сейчас познакомитесь. Ну что ж, пойдемте-ка в дом. Кто у вас гостит, госпожа? Кто-то из правящей семьи, наверное? Нет. Но поверьте мне, наш повелитель этого гостя очень высоко ценит. Он и приказал его сюда доставить. Ну вот, наша гостья. Принцесса Изабелла Фортуна. Она прежде жила в охотничьем домике. Но вчера ночью там случился большой пожар. Наш повелитель лично вмешался и приказал здесь ее поселить. Принцесса Изабелла, Махидевран Султан, Мустафа ее сын, Хюрем Султан, она мать четверых детей повелителя. Значит, всего лишь две жены приехали? А где остальные? Что такое? Принцесса рада, госпожа. Хюрем, что с тобой? Ты бледна. Госпожа, позвольте мне вернуться во дворец. Что с тобой? Живот разболелся. Я лучше пойду. Ладно. Поезжай, отдохни. Она хотела, чтобы я ее увидела. Хатиджа нарочно ее привела. Они все помогают этой женщине. Мама! Мехримах, дочка, вот. Так они со мной обходятся. Госпожа, повелитель только что приехал и направляется в комнату Валиде Султан. Понятно. И я Нигер Калфу видела. Она к портному за тканями приехала. Где она сидела? Госпожа? Нигер Калфа. Слушаю, госпожа. Зачем приехала? Госпожа, я ткани для принцессы выбирала. Ее платья сгорели. Новые надо сшить. Ха. Нигер, ты теперь моими глазами будешь. Я хочу знать о каждом шаге этой женщины. Если повелитель приедет, сразу же мне сообщишь. Поняла меня? Все-все будешь примечать. Госпожа, помнится, я молила вас доверять мне.
А вы меня изменницей назвали. Не поверили. Что же сейчас переменилось? Это для тебя шанс заслужить прощение. Не упусти. Он побывал в десятках походах, а все живой ходит. Нигер Калфа не шлет вести? Нет. А та женщина там еще. Госпожа, повелителя в комнате нет. Понятно. Не знаешь, куда он поехал? Мне это неизвестно, госпожа, но он совсем недавно ушел. Наверняка к ней опять поехал. Нилюфер. Не могу я больше. Я совсем измучилась. Что-то делать надо немедленно. Но что же, госпожа? Хюрем? А ты что здесь делаешь? Я беспокоилась за тебя. Как живот? Мы ведь обе с тобой знаем, зачем ты пришла сюда. Мне скажешь? Ты меня с собой взяла, чтобы ту женщину показать. Ну, а теперь пришла позлорадствовать. Так и есть. Просто наслаждение. Жалко мне тебя. У меня хотя бы есть тот, кого я могу ревновать. Помнишь, я сказала, что и ты испытаешь то же, что и я? Это Изабелла. Ее глаза видела? А как смотрит-то? Уходи. Эта женщина и станет твоим концом. Я не ты, Мехидевран. Легко не сдаюсь. Но рано или поздно ты допустишь ошибку, Хюрем. Ту ошибку, что я совершила. И ты повторишь. Нет, не жди. Повторишь. Тебе судьбу не обмануть. Ты гордая. Ты его потеряешь. Сулеймана. Своими же руками этой женщине и отдашь. Прочь пошла. Быстро. Мы с Махидевран Султан к Хатидже Султан сегодня днем ездили. Познакомились с принцессой. Слышали, что у нее беда. Зачем она в том дворце живет? Раз принцесса такой почетный гость, лучше было бы ее здесь принять, повелитель. Нет, это место неподходящее.
Не нужно, чтобы ее здесь видели. Вот как? Она прячется от кого-то? Именно. Я не хочу больше говорить об этом. Устал, отдохнуть хочу. Пойдем лучше в комнату. Ты давно вернулась? Давно уже. Я пришла, вы спите. Сколько ночей глаз не смыкала. Вот сон-то и сморил. Есть новости? Говорила с принцессой, сказала все? Говорила, госпожа, только Ибрагим Паша меня подловил. Видел нас вместе. Ну и что? Я-то, конечно, молчала. Только он знал, что меня вы послали. Сказал, что следит. За каждым вашим шагом наблюдает. Сказал, чтобы вы даже дышали с оглядкой. Мол, это для вашего же блага нужно. За собой следит пусть. Как бы скоро самому-то дух не испустить. Сынок. Машалла, мой Баязет, машалла. Всегда таким же светлым оставайся, мой шехзаде. Ибрагим приехал. Сына наконец увидел. Наконец, и хоть Иджа станет улыбаться. Да уж. Говорят, он как приехал, велел покрывало со статуи снять. Надеюсь, они из-за этого не поругаются, иншалла. Вот и доход его вырос. Так разбогател, что все только о нем и говорят. Но Ибрагим никого не слушает. Как будто глухой стал. Да и повадка его изменилась сильно. Он будто стал ставить себя на одну ступень с вами, господин. Похоже, что Ибрагим Паша возомнил себя равным вам. Хюррем, молчи! Думай, что говоришь! Кто со мной соперничать станет? Кто мне ровня? Воеводы мои, гарем рабы мои, может? Говори! Что велит государь? Пошли карету во дворец Ибрагима Паши. Рано или поздно ты допустишь ошибку, Хюррем. Сулеймана своими же руками этой женщине и отдашь. Ты потеряешь его.